внимание судьям занять свои места. Прослушайте порядок старта участников на маршруте 80 сантиметров. Воинова Инка на Осборне, Кузнецова Арина на проекции, Демина Анна на Даймонд Дон, Турлёна Александра на таблице, Талова Светлана на кинзе. Итак, на старт приглашается Воинова Инга на Осборне, КСК Маклара. Приготовиться Кузнецовой Арине. Время преодоления маршрута 60 секунд, норма времени 67 и 3 штрафных за неповиновение на седьмом препятствии. Итого 3 штрафных. На старт приглашается Кузнецова Арина на проекции Бутотульские парки. Приготовиться Дёниной Анне.
Всадник преодолел маршрут за 82 секунды с превышением нормы времени. Штраф за время 3,75 штрафного очка. На маршруте 3. Итого 6,75 штрафного очка. На старт приглашается Демина Анна на Diamond Dawn. Частный владелец кондаков приготовится Турлюн Александре. Маршрут без штрафных очков за 44,95 секунды. На старт приглашается Турлюн Александра на таблице Кутотульские парки. Приготовится Фроловой Светлане. Всадник преодолел маршрут за 47,18 штрафных очков. Ой, простите, секунды без штрафных очков. На старт приглашается. На старт приглашается Фролова Светлана на Инзе. Вот тот Тульский парк. Всадник снимается за падение. Первая
Данный маршрут у нас завершен. Это был заключительный участник маршрута с высотой препятствий 80 сантиметров. Объявляется 10-минутный перерыв для увеличения высоты препятствий. И потом будет дан старт маршруту 100 сантиметров.